Гидрометцентр рассказал, каким будет июнь в Дагестане. По словам синоптиков, первый месяц лета будет очень теплым, а середина лета и вовсе жаркой. В июне температуры ожидаются чуть выше предыдущих нормативных показателей на 1-2 градуса. Дневные температуры будут постепенно расти до 25-29 градусов. Ночные не превысят 20-24 градусов тепла. В июле температура, возможно, поднимется до 36. Температура воды в море сейчас составляет 17-18 градусов. Этот уровень уже считается приемлемым для купания. В середине лета она поднимется до 24 градусов. Также синоптики добавили, что лето ожидается сухим. Дождливых дней будет очень мало.